Бывший депутат ЗАГС Собрания Забайкальского края, экс-гендиректор компании «Разрез Тигнинский» Алексей Кужиков, осужденный на 2 года. Летом прошлого года за сокрытие 65 миллионов рублей доходов досрочно освободился в августе 22 года. Об этом сообщили два источника, знакомые с ситуацией. Как сообщил один из них, Кужиков предположительно должен был выйти по условно-досрочному освобождению в сентябре, однако освободился в середине августа. Летом 21 года, напомним, Центральный районный суд Читы приговорил члена комитета по налогам Законодательного собрания Забайкальского края к 2 годам лишения свободы и штрафу в 150 тысяч рублей за сокрытие денег для уплаты недоимки по налогам в особо крупном размере и за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда. Адвокаты попросили суд апелляционной инстанции отменить приговор, прокуратура потребовала ужесточить наказание. В итоге Забайкальский краевой суд наказание смягчил, отменив даже штраф.